Очередную партию гуманитарной помощи сегодня отправили в зону СВО. Также мытищинцы помогают семьям мобилизованных и тем, кто вынужденно покинули свои дома в Донецкой и Луганской народных республиках и сейчас находятся на территории нашего округа. Многие беженцы сейчас проходят процедуру переоформления документов и не могут устроиться на работу. Поэтому помощь в виде продуктов питания и предметов личной гигиены очень важна. Получаю помощь за свекровь Горлову Франковну. Она у нас онкобольная, в Донецкой области, город Горлов. Вот, сейчас здесь у нас. Спасибо вам большое. Еженедельно в местном отделении партии «Единая Россия» помощь оказывают десяткам семей из ДНР, ЛНР и других населенных пунктов. Беженцам помогают в оформлении документов, получении выплат и других вопросов юридического характера. Многие из них сейчас находятся в процессе переоформления документов и не имеют возможности пока устроиться официально на работу. Партия «Единая Россия» оказывает им гуманитарную помощь. Мы выдаем наборы продовольственные, оказываем юридическую консультационную помощь.